Привет, меня зовут Карина Ильина, и я здесь, чтобы рассказать немного о себе. Мне 13 лет, я живу и учусь в городе Киев и представляю детскую студию телеведущих общественного детского интернет-телевидения «Веселка ТВ». Здесь каждый имеет возможность сняться в программе, а их здесь очень много, а именно это «Веселка», «Веселковая игротека», «Викенд в одном городе», «Младен Стар». Меня можно увидеть в программах «Веселка», где телеведущие рассказывают необычные факты о обычных вещах, и в ток-шоу «Младен Стар», где дети задают вопросы звездам. Свободное время я уделяю рисованию. Я пробовала себя во многом. Танцы, плавание, большой теннис. Но рисование – это то, где мне захотелось остаться. Здесь я чувствую себя свободной и непринужденной. Я надежная, умная, веселая, искренняя с людьми. Могу не только организовать, но и подчиниться, что я считаю немаловажным. Я уверена, что в каждом заложен особый талант, и я всегда готова к новым возможностям его открыть.